Всем пламенный привет, я Осми, и в этом видео я вместе с вами продолжаю выживание на анархии. И в этой серии я планирую добавить нашу базу нашего носатого. У меня есть его яйцо, и я подготовил для него место. Это должен получиться или библиотекарь, или еще кто-то, я не знаю, но здесь поставлена кафедра, так что получится очень интересный носатый. Давайте сейчас и узнаем, кто из него получится. Итак, давайте, настает момент истины. Так, носатый готов пока без профессии. Пока он без профессии, носатый наш. И он библиотекарь. Да, он библиотекарь. А, но книга у него не очень, блин. Да, была бы у тебя удача, ты бы был бесценный, блин. А так, не очень. Не очень, блин, обидно. Очень обидно. И также у меня понакопился небольшой баланс. Давайте пойдем на спавн и обменяем все эти монеты на кейсы. Испытаем, так сказать, нашу удачу. Так, установим нашу точку дома на всякий. Так, носатый, будь здесь. О, давайте для носатого еще построим голема, чтобы он его охранял, защищал. Так, тыква у меня есть, тыква у меня была. Так, вот она, тыква наша. Даже два голема можно сделать, попробовать. Попробуем даже два голема сделать. Так, а в ЕЦ у меня нет ничего. А, вот, у меня есть еще и железные блоки. Посмотрите. У меня также и книги есть на починку. Топовые книги. Так, назритовая каска, но она пока мне не нужна. У меня есть еще золотая. Это для пиглинов. Я часто бываю в Незере, и она мне очень пригодится. Так, я отвлекся. Давайте сделаем нашего голема. А, вот так вот, вот так вот. И тыкву поставим. А голема почему-то не делается, что ли? А почему? Почему у меня не получился голем? Я не знаю. Так, еще раз. А что это? Может, тыкву надо вырезать? Это новая версия... я пока не знаю, что делать. Давайте попробуем ее вырезать, что ли. Она без глаз. Ножницами. А, вот, все. Я даже не знал об этом, ребята. Я даже об этом и не знал, что ее надо вырезать. Вот, голем готов. И новая ачивка. Новая ачивка. Замечательно. Все. Так, давайте еще одного, что ли, сделаем. Так, делаем еще одного голема. А вот так вот. Так, добываем. И ставим еще одного голема. Тут же поставим его. Так вот, так вот, вот так вот. И тыкву. Все, еще один голем наш готов. Да. Носатый в полной безопасности у нас. Итак, давайте пишем спавн. Так, мы легли, да. Пишем спавн. Вот так вот. И здесь уже очень много людей бегает, да. Это топер по мобам. Молодец, молодец. Мне до топа еще очень далеко. Итак, давайте купим наши кейсы. Покупаем наши кейсы. Вот они, редкости. 20 кейсов нам, конечно, не хватит, но 10 кейсов я могу себе позволить. Давайте их и купим. Так, я купил. Все, да, я купил. И давайте на оставшиеся деньги тоже закупим кейсы. Так, еще один могу купить. Вот, замечательно. И сколько у меня кейсов в итоге? Сколько у меня в итоге кейсов? Да, надо было выложить еще вещи, я что-то не подумал. Так, давайте начинаем открывать наши ключи. Первый кейс пошел, и что нам выпадет? Давайте даже так сделаем. Алмазный человек, набор вещей алмазных, и даже алмазы, посмотрите, алмазы это самое то. Да, потому что кит еще недоступен, кит еще не пофиксили, я не могу взять мой кит. Да, это пригодится, давайте так, положим это все. В ЕЦ надо было выложить, но я почему-то не подумал об этом. Давайте еще. Открываем. Что выпадет? Что же выпадет нам? Давайте что-то эпичное. Эпичное. А, питьевое зелье. Ну.
Ай, блин. Оно уже не стакается, блин. Ладно, придется выпить. Давайте это сделаем. Чтобы это не занимало очень много места. Итак, еще один кейс пошел. Что же сейчас выпадет нам? А, not found? Что там за... А, это отравляющие стрелы. Ну, нормально, пойдет. Но мало. Надо что-то эпичное. Нам надо что-то эпичное. А, ну, хотя бы монеты дайте. А, щит. Щит на прочность 1. Ну, такой себе. Такой себе. Там есть и получше. Там есть и получше. Итак, что на этот раз эпичных совсем нету, ребята. Not found. Ха, замечательно, паутина. И зачем она мне, эта паутина, нужна? Не знаю. Ну, давайте эпичные вещи. Блин, тут даже эпичных нет почти. А, лучник, набор вещей. Воспламенение, бесконечность и сила. И топовый лук. Вот это замечательно. Вот это замечательно, ребята. Большое спасибо, Кейс. Большое тебе спасибо. Итак, что ты дашь на этот раз? Давайте какое-то яйцо призыва. Якорь возрождения. Ну зачем он мне? Зачем он мне? Я могу его сделать и сам. Я его могу сам сделать. Да, вещь, конечно, так себе. Морковка. Ну зачем она мне? Итак, осталось только 5 кейсов. Давайте испытаем удачу. Надеюсь, нам еще повезет. Хоть бы не not found. Археолог, ребята. Невесомость и яйца призыва скелета. И даже лопата. Вот это да. Вот это да. И костные блоки. Ну, пойдет. Так, я ничего не могу выложить, потому что у меня все занято. Все место занято. Так, хоть бы книгу дайте. О-о-о, мне дали книгу. Я потом посмотрю, что это за книга, обязательно. Итак, что на... Not found, блин, not found. И остается только 2 кейса. Только 2 кейса. Давай, удача, будь... А, здесь одни обычные. Плачущий обсидиан. А, и надежда на последний кейс. Надежда на последний кейс, и здесь... Обсидиановое чудо. Это стак обсидиана. Ну, вещи так себе, ребята. Но главное, мы выбили книгу. Да, мы выбили книгу. Ну что, давайте на дом идем. Идем на хом, пишем хом. И выложим все наши вещи. Защитники на месте наши. Наши защитники на месте. Итак, куда же выложить? У меня все заполнено. У меня все уже заполнено. И посмотрите, сколько у меня пчел уже. Все заполнено. Даже места нету для них. Вообще, надо еще новые ульи поставить будет. Можно также их и продавать. Все заполнено. Давайте наберем соты. Набираем наши соты. А вот так вот 15. Сот. Я все обложил обсидианом. Так что наши пчелки в безопасности. Наши пчелки в полной безопасности. Ну что, давайте... Выходим, чтобы не выпустить наших пчелок. Вот, все. Не выпустили, замечательно. Давайте еще ляжем на всякий. Так, выкладываем. Вот мои все вещи здесь лежат, все ценные вещи. Так, плачущий обсидиан. У меня где-то он был уже. Давайте его тоже выложим. А вот он. Вот, почти стак. Почти стак у меня плачущего обсидиана. Щит, конечно, обычный. Могли бы и получше дать, я прям удивляюсь им. Могли бы дать и получше, но лук это вообще топ вещь. Очень топовый лук. Эти книги также можно продать очень выгодно. Особенно воспламенение. Итак, и я думаю, что нам надо пойти путешествовать. Я думаю, что еще не все зарейдили в этом мире и остались какие-то незалутанные данжи. И надо проверить их. На поверхности? Или все же пойти в ад и торговать с пиглинами еще раз, что ли? Но я не хочу. Я не хочу, потому что вещи, конечно, не топовые у них все же. Такс. Давайте, что ли, путешествовать пойдем. Сейчас я все выложу, и мы пойдем в наше путешествие. Итак, RTP готово, и
поиск безопасного места. Опа-на, где мы оказались? Здесь лава и дерево, видно, горело. Дерево, ой, ой, ягоды меня дамажат. Ягоды меня дамажат. Давайте наберем ягодок. Место знакомое. Кажется, мы здесь уже были. Или мне просто так кажется. О, волки, 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 волки. Блин, у меня костей нету для волков. У меня для волков нету совсем костей. Здесь еще волк даже. Вот это да. О, и я вижу, кажется, океан. Возможно, здесь есть какие-то черепахи, что ли, или подводные данжи. Вот они, наши черепахи, ребята. Я нашел черепаху. А, яиц у тебя нет. Яиц ты еще не отложила. Яйца. Да, печально. Печально, что яиц еще нету. А то бы я мог их взять, потому что у меня есть шелковое касание. А, давайте еще путешествуем. А, изучим эту местность подводную. Возможно, здесь есть какие-то подводные данжи, но навряд ли. Здесь, мне кажется, все облутали, да. Здесь уже были люди. Вот они, наши маки для наших пчелок. И, конечно же, подсолнухи. Ой. Одуванчики. Здесь подсолнухов нет. Я еще не видел подсолнухов. Так, набираем наши одуванчики тоже для наших пчелок. Им надо больше цветов. Им надо больше цветов. Эти тоже наберем. Эти тоже наберем. Все пригодится. И здесь ягоды. Здесь ягоды. Тоже можно продавать. Зомбифицированный пигвин. А ты как здесь взялся? Я не понимаю. Здесь есть порталы, что ли, или что? Давайте убиваем. Он даже не отбивался, молодец. Он даже и не отбивался. Лошади, посмотрите, лошади здесь бегают. Опа-на, а это что такое? Это что такое? Там какая-то база, что ли? Вот это умно, конечно. Вот это умно, они сделали базу на небе. Ха-ха, вот это да. Молодцы, прям молодцы. Я до этого не додумался пока. Нам надо отсюда как-то уйти. Здесь нет ни данжей, ничего. Ни бастионов. Ни аванпостов, ничего здесь нету. Опа, на равнина. Мы вышли на равнину. А надеюсь, здесь хоть что-то будет интересного для нас. А, что? Нет, здесь нет ничего интересного. Мы нашли пустыню, ребята. Мы нашли пустыню. Что ж здесь интересного такого? Ну, все облутали, мне кажется. Мне кажется, тут все облутали. И толку ходить здесь нету. Давайте напишем RTP, что ли. А, да, недалеко мы ушли. Недалеко. Но здесь есть ламы. Здесь есть наши ламы любимые. И очень много маков. Давайте маки наберем. Жалко, ламу не могу взять. Вот можно было их взять бы, я бы взял в нашу базу, но, увы, их взять никак нельзя. О, белые ламы, белые ламы. Белых лам я еще не видел. Да. На ягоды... А, не ест ягоды. Что-то новое надо им давать. И здесь также пустыня, где мы и были, походу, да. В этой пустыне мы с вами, кажется, и были. Ну, ничего здесь нету. Ничего нету. Пишем RTP, и мы оказались только в лесу. Да, это привычный нам лес. Не саванна, не пустыня, а обычный лес. Так, здесь тоже маки. Ничего путевого, ребята, да. Мы так и не нашли. И я думаю, что нам надо отправляться домой. Потому что уже потемнело. Ну что, ребят, наши побегушки подошли к концу. Я оказался на моей базе. И на этом моменте мы закончим это видео. До новых встреч. Всем удачи. Пока.